Итак, меня зовут Григорий, я технический евангелист Vox Implant, я тот самый разработчик и HR-маркетолог, который сначала рассказывает про код, потом про конференции, а потом кого-то себе хайрит. И вместе с моими коллегами мы организуем Moscow Python сообщество, про которое я вам расскажу. Прежде чем рассказывать интересно, я вас немножко удивлю. Смотрите, многим из вас может показаться, что это три разных экрана, но на самом деле это не дерево. Это картинка, нарисованная на огромном экране во всю стену. Будущее, оно реально уже наступило. Первые несколько минут я был уверен, что вот это вот деревяшка. Но нет, это не деревяшка. 6 лет назад таких технологий еще не было. И именно 6 лет назад, 1 марта 2012 года, был организован первый Moscow Python Meetup, который тогда назывался Moscow Django Meetup. На него было аж целых 50 регистраций и целых 20 гостей. Совершенно безумные цифры для 6 лет назад. Откуда же взялась эта огромная толпа людей? Вся эта огромная толпа людей, она пришла из Фейсбука и личных контактов организаторов. Организаторов у сообщества тогда было целых 3, и меня тогда среди них не было. Я присоединился к команде несколько позже, года через 2, насколько я помню. Главным идеологом был Валентин Домбровский, который тогда занимался маркетингом в замечательной компании Seven Quark. Ему помогал Виталий Коробкин, который в этом же Seven Quark занимался разработкой. Сейчас он, если не ошибаюсь, занимается разработкой все так же, но уже в Яндексе. И, наконец, Михаил Корнеев, который был сооснователем Greenfield Project. И Moscow Python, знаете, он взлетел. Вот не как дирижабль, а как такой большой солидный корабль взлетел, вышел на орбиту. Буквально пару недель назад Валентин открывал 52-й Moscow Python Meetup. Это случилось 24 января в головном офисе Mail.ru. Там было 600 регистраций и больше 350 гостей. Мы таки лопнули этот большой зал Mail.ru. Вот. Mail.ru-щечка была уверена, что не лопнем, а мы взяли и лопнули. Были заняты все стулья зала Атриум, и человек 30 еще расположилось на втором этаже. Это было очень круто. Вот это сообщество, оно довольно большое. Python — это вообще прикольный язык программирования. Ну, он сам по себе неплохой, но у него есть такая сверхспособность. Знаете, вот Ruby — это красивый язык программирования. На нем пишешь и вау, какой оно красивое. Ты не хочешь на самом деле на нем писать в продакшн, потому что там гемы, monkey patching, но он просто красивый. Python — это язык программирования, который собирает вокруг себя сообщество. То есть в какую бы страну я ни прилетел выступать на всяких разных айтишных конференциях, я всегда вижу, вот тут у нас Python Meetup, тут у нас Python Meetup, и в Москве у нас Python сообщество, оно реально большое. У нас больше 3000 подписчиков на Facebook, у нас больше 4000 человек в e-mail рассылке, на YouTube там какие-то страшные цифры, не хочу туда смотреть. Но это 400 тысяч просмотров и 6500 подписчиков. И это много не для котиков. То есть понятно, что какой-нибудь канал с котиками, он может собрать там несколько миллионов всего, но тут-то разработка, бэкэнд, там числодробилки, дата-майнинг, вся вот эта история. И еще мы делаем конференции. Мы не хотели делать конференции, на самом деле. Нас вполне устраивали митапы, человек на 200-300. Но вот эти все 200-300 человек, которые нам приходят, они приходят и говорят: Валентин, Гриша, ну как-то мы конфу хотим, там докладчиков, спикеров собраться, пообщаться, вся вот эта история. И мы провели уже 2 большие конференции Moscow Python. В этом году мы будем проводить третью. Мы сделали 6
полных курсов, обучив больше 100 разработчиков. Да, там даже один доктор есть. И он уже не доктор, он уже программист на Python. Вот. И проводим замечательные Django Girls. Вот в Питере проводим, коллеги в Москве проводим мы, потому что программирование, оно все меньше про борьбу, оно все больше про аккуратность. Аккуратность — это естественное свойство мозаичной структуры мозга девочек, и девочки сейчас могут быть реально более крутыми разработчиками, чем мальчики, только надо это все показать, рассказать и немножко порекламировать. Зачем? Зачем 6 лет назад Валентин и его коллеги начали собирать митапы? Ну, на самом деле, у всех организаторов митапов реально свои какие-то причины. У Валентина была очень простая причина. Ему надо было продвигать студию Seven Quark. Когда несколько лет назад к команде присоединился я, у меня тоже своя причина. Мне регулярно надо нанимать сильных программистов. Сейчас мне, например, надо найти своего клона, то есть человек, который будет ездить в Европу, рассказывать про Vox Implant, там статьи иногда писать. Я не могу найти своего клона на HeadHunter. Невозможно. Поэтому я пришел, рассказываю интересное, потом пойдем на автопати, я буду угощать пивом, там, рассказывать про Vox, офферы делать, все вот это, подходите. Ну ладно, это на самом деле лирическое отступление, как мы делаем Moscow Python Meetup, какие инструменты мы используем, как вы это можете повторить, если вдруг захотите собрать сообщество технарей. У нас есть два «П». Такое одно большое «П» и второе большое «П». Мы на них всегда ориентируемся, делая Python ивенты. Первое «П» — это польза. Польза у нас разная. Самая большая польза у нас для тех, кто пришел на офлайн мероприятие. Вот все эти гости, разработчики, немножко HR-ов, они пришли, чтобы пообщаться, чтобы обсудить. Потому что в интернете есть все, но на самом деле в интернете есть совсем не все. Потому что какой-нибудь топовый разработчик Яндекса, который фигачит на TensorFlow, у него нет времени на то, чтобы писать про это статьи. Ну, реально, он фигачит. А хорошую статью написать на Medium или на Хабре — это тяжелый труд. А вот несколько часов, чтобы спуститься, выступить или просто потусить и пообщаться на митапе, это он может. Поэтому, собравшись человек 300 на митапе, мы можем обсудить то, что реально происходит вот с докером, с Python, с TensorFlow, вот сейчас в офисах, что мы с этим совсем делаем, куда идут тренды и как правильно готовить питон. Это реально важно. Еще мы приносим пользу спикерам. Мы всегда рассказываем, что Moscow Python Meetup — это митап. Он не жесткий. То есть это не какой-нибудь там питерский, не помню, как называется, где могут сделать 10 прогонов спикера, а потом сказать: нет, вы недостойны выступать на нашей конференции. Мы лояльны, мы помогаем. Спикер может апробировать у нас какой-нибудь клевый доклад, потом с ним выступить на топовой российской или европейской конференции. Например, на Moscow Python Conference. Или начинающий разработчик, который очень хочет научиться выступать, он может взять у нас 20-минутный слот, выступить, и я, например, ему помогу, расскажу, как это все делать. К примеру, сейчас я общаюсь с вами и не смотрю на слайды. Для этого у нас есть специальный чит. Памяти-то у меня нету, я не могу запомнить все, что на слайдах написано. И этому и другим читам мы обучаем в Moscow Python. Мы приносим пользу для площадок. Вот Mail.ru-шечка, она не просто так предлагает свою площадку, пиарит нас, мы собираем там кучу народа. Для них это огромная польза. И ладно, я не буду говорить на самом деле о том, как эта польза распределена, а то мне там суфлируют, что оторвут чего-нибудь ненужное. Но это брендинг, это HR, это рассказать о том, что компания реально клевая. Потому что люди идут не только в компании, люди идут к людям.
И любой крупной компании очень важно показать, что вот у нас не только есть там бренд, зарплаты, и к батареям мы приковываем здесь, что у нас есть живые люди, мы организовываем сообщество, мы тусим, мы социализируемся, приходите к нам, социализируйтесь вместе с нами, у нас реально клево. Компании хотят это показывать, компаниям нравится это показывать, а захостить у себя какой-нибудь митапчик на 230 разработчиков — это один из лучших способов продемонстрировать свою социализацию среди разработчиков. Ну и, конечно, для всех. Мы предлагаем видео докладов, мы предлагаем слайды. На самом деле, когда мы договариваемся с площадкой, возможность записать видео — это такое основополагающее требование. То есть мы еще можем пережить, если площадка не сделает там кофе-брек или пиццу, вот, но если нет возможности хорошо, качественно на видео записать доклад, а потом выложить синхрон вместе с слайдами, ну нет, у нас еще 5 площадок, мы пошли к ним. Второе большое «П» — это пиар. Вот я, кроме HR и разработки, занимаюсь еще техническим пиаром, и реально людям надо рассказывать. Можно сделать очень крутую штуку, собирать бесконечно крутое сообщество, и об этом не будет знать никто, кроме вашей мамы. Ну, может, еще пары ближайших друзей. Для того, чтобы люди пришли на митап, об этом надо говорить. И мы это делаем постоянно. Мы постоянно публикуем информацию в социальных сетях. Мы постоянно пиаримся через наших партнеров. То есть мы приходим к площадке, говорим, вот к вам придут 300 разработчиков, но чтобы они пришли, вам нужно по всем своим контактам, да, и вот по этому журналу, и по этой рассылочке, и вот там на стадионе тоже, об этом обязательно всем рассказать. О пиаре ни в коем случае нельзя забывать. Многие тусовки считают, что в какой-то момент они вышли на какое-то волшебное самоподдерживание серии «У нас так много народу, все, мы можем о себе не рассказывать, люди сами придут». Нет, биология и эволюция работают немножко не так. Сарафанное радио — это, конечно, замечательно. И к Moscow Python к нам иногда приходят люди, мы общаемся в кулуарах, там и серия «А что, как, откуда нас узнал?» Да, вот коллеги пригласили, сказали, что они придут, будем пить пиво, обсуждать новую версию TensorFlow. Заходи. С чего я начал? Я начал с пользы и с того, что мы собираем разработчиков, чтобы пообщаться. Про пообщаться я хочу рассказать чуть больше. Эволюционные биологи считают, что Homo sapiens, он на самом деле нифига не sapiens. Мы гораздо более социальны, нежели разумны, и наш мозг, он вообще заточен под общение. То есть то, что я сейчас вам что-то рассказываю, вы меня слушаете, это такая встроенная функция нашего мозга, которая очень-очень приоритетна. И чтобы сделать клевое сообщество, клевую тусовку, эту социализацию надо как-то обеспечивать. Что же для этого надо делать? Регулярность. Контринтуитивно, но очень важна регулярность. Это может звучать странно, но когда маркетологи говорят о том, что мозг определяет важность того или иного события просто по количеству вхождений, и если человеку по телевизору 100 раз показать Тайд, а потом через месяц спросить, какой порошок лучше, человек ответит Тайд. Потому что да, когда мозг задает себе вопрос, что лучше, там просто референс-каунтер в нейронах. И очень важно собирать что-то регулярно. Вот мозг должен этот референс-каунтер обновлять. Мы делаем 12 раз в год плюс-минус Moscow Python Meetup, один раз в год конференцию. От нас регулярно приходят e-mail'ы, и наши участники видят, что о, Moscow Python, тусовка, в которой я состою, она вот такая обновляется, постоянно какая-то движуха, приду-ка я на следующий Meetup. Про это не надо забывать, это очень-очень важная штука. Площадка нужно выбирать правильную площадку, она должна быть такая большая, примерно как вот эта. У нее должна быть обязательно зона для кофе-бряка, чтобы между выступлениями люди могли выйти и сделать то, зачем они пришли на конференцию. На секундочку, пообщаться друг с другом. Это обязательно обеспечить.
Вот бывают мегафейлы, когда собрали крутую площадку, а там нет зоны для кофе-брейка. Все как-то вот потусили, никто не мог друг с другом пообщаться. Потом 10 самых инициативных пошли в кабак общаться на автопати, и вот там, к второму-третьему метапу оно все затухает. Те же самые эволюционные психологи считают, что в нашем мозгу есть очень хорошие схемы на совместное принятие пищи. То есть из серии «Если мы с кем-то разделяем трапезу, то значит мы одна тусовка, выделяется клевый гормон окситоцин, и вообще мы очень хорошо социализируемся». Поэтому если площадка может предоставить welcome coffee, а в идеале еще и пиццу, то это вообще чума, и метап пройдет улетно. Ну и, конечно, сами организаторы. Мы всегда стараемся организовать пивную автопати. И, кстати, после DevRel конференции, я думаю, мы тоже неким количеством соберемся. Вот Саша мне кивает. Коллеги, давайте соберемся. Да, Митя тоже кивает. И пойдем, пообщаемся. Потому что люди в первую очередь идут к людям, а не к сообществам. Сообщество – это для нас слишком абстрактная штука. А вот живой человек – это вполне себе живая. Немножко про инструменты, которые мы используем. Я рассказал про идеи, которых мы придерживаемся, чтобы оно как-то работало. Что мы используем? Ну, на самом деле никакой магии тут нету. То есть я не буду рассказывать про какие-нибудь там самописные тулсы, которые мы длинными зимними ночами писали для того, чтобы Moscow Python Meetup стал популярным. Нет. Мы используем MailChimp для сбора e-mail и рассылок. Обязательно использовать MailChimp для сбора e-mail. То есть он должен e-mail сам собрать и подтвердить, что вот, да, этот человек сам подписался, иначе все идет в спад, в спам. Мы используем TimePad для регистрации. В целом на средних размерах площадки мы закрываем после 450 регистраций и приходит от 30 до 50% гостей. То есть 450 рег закрыли, на площадку пришло 200-250 человек. Мы используем Trello для синхронизации в команде, то есть когда мы делаем что-то большое, там конференцию, например, мы в Trello трекаем задачи, что на кого мы сроки, задача обязательно должна быть выполнена к нужному сроку. И огромное спасибо к Валентину, он нас научил пользоваться Doodle'ом для организации встреч. Doodle – это бесконечно крутая штука, это веб-приложение бесплатное, ты кликаешь, говоришь, что я хочу синхронизировать встречу с 5 котиками вот в течение этих 3 дней. И дальше каждому указанному котику на e-mail приходит письмо. Он кликает и видит календарик, где может крестиками поставить, в какие часы ему удобно встретиться. А потом, когда все проголосовали, организатор просто выбирает удобный день, где у всех есть крестики. Ну и, конечно, удобное время. Это бесконечно крутая штука. Она позволяет нам синхронизировать себя, спикеров, партнеров, всех. Мы используем гугловый тулкит, слайды, доки для того, чтобы организовывать какие-то внутренние документы. Эта презентация сделана в Google Slides, как видите, все. Квадратно-гнездовые и очень удобные. Мы используем Typeform для сбора заявок на доклады. Еще мы работаем со спикерами. Мы со спикерами работаем очень лайтово на самом деле, потому что в нашей картине мира спикер – это в первую очередь интересная тема, о которой надо собраться и пообщаться, задать вопросы спикеру. Он же на сцене. Он не может никуда убежать. Он в социальной ситуации, когда у него нет выбора, он ответит. Те, кто знает, они этим пользуются. Поэтому мы выбираем темы, которые было бы интересно обсудить, которые хайповые, которые показывают развитие технологий. Мы помогаем обсудить слайды. То есть мы не просим наших спикеров, вот иди сюда по скайпу и 45 минут мне рассказывай, как будто перед тобой 200 человек сидит. Нет. Мы по скайпу с ним общаемся, я, например, и дальше мы просто быстро пробегаемся по слайдам. То есть спикер показывает вот первый слайд,
слайд вот второй, вот пятый, здесь я буду говорить о том, здесь о том, и дальше мы подсказываем, что, например, если проектор, то не надо белые буквы на черном фоне, никто ничего не увидит. Если больше 5 строчек кода, то нет, не зайдет, потому что кошелек Миллера 7 плюс-минус 2 и так далее. Спикер буквально за 20 минут рассказывает о своих слайдах, мы делаем какие-то заметки, что он может сделать лучше, и все, вуаля, вполне себе клевый доклад. И подводя итог, мой криптонит как спикера, мое самое уязвимое место – это то, что я не люблю подводить итоги, у меня это не получается. Ну, серии, вот я рассказал все, это все, спасибо, все, похлопали, до свидания. Поэтому я стараюсь всегда рисовать итоги. Если вы хотите сделать клевое сообщество, никто не знает, как это сделать правильно, но вы можете попробовать сразу использовать TimePad и MailChimp. TimePad, чтобы регистрировать, MailChimp, чтобы собирать e-mail. Обязательно, чтобы MailChimp собирал e-mail сам. Вот не надо в него загружать базу, они будут в 10 раз пессимизированнее, чем то, что он соберет сам. Регулярность. Вы должны регулярно что-то делать, потому что в нашем мозгу референс-каунтер, и он очень быстро сбрасывается, если его постоянно не обновлять. Как минимум раз в месяц рассылочку с новостями, анонсами, что происходит в тусовочке, вовлечение, все вот это. Не стесняйтесь договариваться с площадками. 10 лет назад все было бесконечно сложнее, сейчас все просто. Большие компании уже поняли, насколько им клево хостить у себя митап. Вы приходите, говорите, вот у меня митап, 100 человек. Да, конечно, родной, заходи, сейчас все тебе поможем. Зафиксируйте пользу, которую вы хотите принести людям. Выпишите ее на листочке бумаги, раз в месяц собирайте, смотрите на листочки, задавайте себе вопрос, а не фигню ли я творю? Приношу ли я эту пользу? Ну и, наконец, если у вас конфа, то снимайте это все на видео, запихивайте в слайды и так далее. Вот. А еще у нас чисто случайно там есть рояль. А в зале есть Валентин Домбровский, главный идеолог и основатель Moscow Python Community. Аплодисменты. Валентин. Прежде чем мы с Валентином ответим на ваши вопросы, буквально несколько минут. Вот расскажи, как ты 6 лет назад это начал и как неделю назад было в Малорушечке. О, Зеленяк. Живой. Привет. Вот он все подтвердит. Саша Зеленяк, один из старейших членов сообщества Moscow Python. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо большое, Гриша, за доклад, за то, что рассказал о том, как мы все это делаем. Я бы хотел добавить несколько моментов. Я даже себе какие-то пометочки сделал. Во-первых, я хочу отметить, что действительно язык Python, вот я, кстати, так уж получилось, вот и Митин и Гришин доклад так резюмирую, да. Язык Python действительно классный. Я сам не программист, но вот так получилось чисто случайно, что сошелся именно с программистами на Python, и он действительно классный тем, что вот как-то так получается, что вокруг него люди объединяются. И не зря, собственно, сам создатель языка Гвидо ван Россум говорил о том, что Python — это язык, созданный сообществом. Так он и развивается. Ну, видимо, что-то в нем такое, так сказать, в архитектуре заложено. И да, действительно, сообщество Python очень много, и в России они развиваются, за рубежом так вообще там, да. И Python Software Foundation — это американская организация, которая, собственно, так сказать, курирует это развитие, проводит самую крупную конференцию PyCon, которая идет целую неделю в Штатах. Вот, она тоже занимается поддержкой различного рода активностей, ну, в частности, материальной поддержкой. Туда очень просто написать, как оказалось. И мы вот в этом году проводили конференцию и просто написали письмо о том, что мы хотим провести конференцию, дайте нам, пожалуйста, денег. Они просто на счет частного лица переводят деньги. Так что если кто-то собирается делать какие-то Python-активности, имейте в виду. А дальше, что важно для нас, я тут вот подчеркну, наверное, дополнение к докладу Мити и Гриши. Мне кажется, важно именно баланс, вот так сказать, старичков и новичков на встречах.
не развивается сообщество и не живет долго сообщество, которое варится само в себе, да, там, где пришло 10 человек, поговорило, разошлись. Но и в то же время, если человек один раз пришел, увидел, что фигня, и ушел, и это все время вот так вот происходит, то просто, понятное дело, о сообществе никто ничего хорошего не скажет. То есть одноразовые посетители тоже как бы не очень работают. Поэтому у нас обычно получается так, что где-то половина из приходящих на митап — это люди, которые приходят на митап первый раз. Вот. А люди, которые ходят регулярно, но они когда-то приходят, когда-то не приходят, вот так это меняется. Но вот 50% в зале — это новички, 50% — это те, кто уже приходит по несколько раз. Как это получается, я не знаю. Ну, вот как-то мы нашли вот такой баланс для своего роста. А что еще? Сейчас, извините, пожалуйста. Да, Гриша сказал, что это было сделано для пиар-студии 7Quark. Это действительно так. Я сказал, что я не разработчик, я маркетолог, и хотел помочь своим коллегам продвинуть эту самую студию. О, Никит, привет. Ты тоже здесь. Еще один наш коллега. Вот, да, хотел помочь продвинуть студию, но сейчас студии-то уже нет. Сейчас есть Moscow Python. Вот, то есть он живет сам по себе, он существует сам по себе. То есть, да, была такая какая-то, так сказать, корыстная цель. Сейчас тоже есть некие корыстные цели. И курсы платные мы проводим, и конференцию проводим. Но, как правильно отметил Митя, главное, чтобы вас это, так сказать, перло, да, чтобы у вас был драйв, потому что деньги можно зарабатывать чем угодно, кроме организации сообщества. Вот. Но если это нравится, то все получится. И мы рады, на самом деле, что мы, как мы видим, вдохновляем людей на проведение митапов, на организацию сообществ. И мы знаем тех людей из наших сообществ, которые тоже говорят: а я хочу сделать митапы по, вот недавно, серверлес, например, да, вот, по серверлес архитектуре, а помогите нам, а? Да, вот Никита сделал с нашей небольшой помощью митап по эликсиру, да. Ну, помощь там банальная. Хочу сделать митап по сервису. Во-первых, скажите, как вы вообще это делаете, а во-вторых, ну, познакомьтесь с площадкой. Познакомьтесь с площадкой, как за ней. Кстати, к нам площадки все сами пришли. Ну, так получилось. Вот, и сейчас, подожди. Да, заканчиваю, извините. Ну и перспектива, да, вот Митя сказал, что у нас есть какая-то там стратегия. На самом деле у нас есть moscowpython.ru, это наш сайт митапный. Есть python.ru, это такая площадка, которая, как мы надеемся, должна как бы объединить питонистов России контентно, что-то типа хабра-хабра для питонистов, да, и может быть даже организационно, да, и пиарно. Вот. Поэтому вообще идея наша глобальная — это сделать такую всероссийскую площадку для организации Python митапов, и чтобы все к нам присоединялись, и чтобы мы захватили мир, там, ну и так далее, и тому подобное. Вот. Спасибо большое. Мы готовы вопросы отвечать. Давай я тогда начну. Здравствуйте. Прошу. Вот было рассказано про курсы. Я так понял, не платные, да? А каким образом можно вот зарегистрировать платные курсы? Какие сертификации нужны? Нужны они для бесплатных курсов? Валентин, ну это тебе вопрос. Мы юридически существуем как ИП Корнеев. Это Михаил Корнеев, один из наших организаторов. А никаких лицензий на курсы у нас нет. Мы это проводим просто по, там, условно, по разряду организации досуговой деятельности. И мы не говорим о том, что мы вам даем там диплом и сертификат, вы получаете навыки разработчика. Но я не знаю, как бы, сколько здесь людей, там, не знаю, HR-ов, которые требуют от разработчика диплом разработчика. Вот. Так что да, главное, ты получаешь навык разработчика. Но, кстати, многие приходят к нам не для того, чтобы потом работать разработчиком, а для того, чтобы это помогало им там в их повседневной работе, например, сисадмином, маркетологом, аналитиком и так далее. Вот так вот. Хорошо. А само сообщество надо как-то регистрировать? Нет. Ну, то есть, если вы не хотите… Там, у нас если... на эту тему сейчас будет прям весь целый следующий доклад. А, ну, прям. Окей, отлично. А, ну, окей, спасибо. Да. Я кратенечко хотел спросить, вместо Tide я услышал два раза MailChimp и то, что он собирает сам. Вот что это такое? Раскройте, пожалуйста, секрет. Что значит MailChimp собирает сам? Ну, не, MailChimp собирает сам. MailChimp — это веб-сервис, ручек у него нету. Когда вы создаете в MailChimp, собственно говоря, рассылку, базу, да, вы можете в настройках указать, что собираете e-mail и
виджет MailChimp вынести на сайт, на регистрацию, интегрировать и так далее, чтобы MailChimp запоминал сразу эти e-mail. Так он валидирует, что вы не спамер, что у вас действительно есть сайт, и человек действительно сам захотел, чтобы ему что-то присылалось. Это очень важно делать, по сравнению с тем, чтобы просто купить где-то базу миллион адресов и залить. Я понял. Ну, давайте я так скажу. У нас есть форма рассылки. Я тут чуть-чуть уточню немножко, Гриш. Мы регистрируем на таймпаде. Иногда мы регистрируем на сторонних площадках в зависимости от требований площадки. Mail требует, чтобы это было там у них по их программе IT-Mail.ru. Яндекс проводит это в рамках своей программы «Я-гости». Да? Рамблер говорит, регистрируйте у себя там у нас moscow.django.timepad.ru. Мы со всех, кто регистрирует, когда проходят все эти регистрации, мы собираем, на самом деле, ну, такие базы, да, как бы, условно, вот в мейле было 600 регистраций, и мы их загружаем MailChimp в рассылку. Ну, то есть мы всем это говорим, ребята, вы зарегистрировались, вы, наверное, хотите быть дальше в курсе того, что мы делаем, так что если вы зарегистрировались, то есть вот эти 4000 человек, это мы не просто откуда-то там их взяли, это фактически каждый из этих людей хотя бы раз был у нас на митапе. И мы говорим, вы, наверное, хотите быть в курсе того, что будет дальше, так что мы вас добавим в рассылку и будете получать. Если не нравится, отпишитесь. MailChimp запомнит это. Если человек, которому мы добавили рассылку, отписался, в дальнейшем мы из нашей выгрузки он не будет его забирать. Вот такая тема. Ну и, конечно, да, покупные базы в этом плане не работают. Ну, то есть такая некая ручная манипуляция здесь присутствует, но, естественно, это не какие-то сторонние левые базы. Вот все. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Прошу вас. Добрый день. Вопрос такой про организацию. Как вы, я так понимаю, у вас очень много спикеров на каждый раз, и вы не просите их до митапа вам все рассказать, что они будут говорить, вы смотрите их слайды. Как вы себя защищаете от того, что спикер, не знаю, растеряется перед аудиторией, будет нести фигню, не сможет сосредоточиться, еще что-нибудь? Это очень интересный вопрос. Тебе честно ответить или красивую сказку? Нет, мне честно. Честно ответить, нейропластичность и скорость формирования синаптических связей между дендритами и аксонами говорит нам о том, что любой более-менее сложный навык формируется у человека, сюрприз-сюрприз, три месяца. Быстрее не получится. Ну, у кого-то может 2, у кого-то может 5. Поэтому, если человек не умеет выступать, или, например, заикается, или мычит, или разговаривает со слайдами, или любые другие интересные вещи, это нельзя починить за там одно занятие, 2-3. Это как игра на гитаре. Этому надо садиться и учиться 3 месяца. Вот, поэтому мы стараемся выбирать спикеров, ну, которые либо уже где-то отметились, либо если они хотят как раз потренироваться, да, это будет просто небольшой слот. И сообщество очень хорошо к этому относится, то есть вышел, позаикался, там помычал, показал, ребята понимают, что они тоже могут так выйти и попробовать. Они аплодируют, они задают вопросы, они потом на автопати, соответственно, поднимают то, что Грац там с почином, вот через год там приходи, и вообще все будет круче. Вот. А так ты не сделаешь хорошего спикера за 1, 2, 3 прогона. За 10 тоже не сделаешь. Коллеги, еще вопросы? Последний вопрос. Спасибо за интересный рассказ. А скажите, пожалуйста, занимается ли сообщество чем-нибудь, кроме проведения митапов? Например, пытается ли оно объяснить другим сообществам, кто такой правильный разработчик на питоне. Работодателям или неофитам, которые хотели бы стать разработчиком. Хороший вопрос. Кстати говоря, давайте про меньшинство тоже скажу. Я вот Мите задавал вопрос. У нас политика тоже тотальной открытости для всех. И более того, мы иногда с площадками по этому поводу, как бы сказать, бодаемся. Они нам говорят, а давайте HR-ов не пускать. И мы говорим, а давайте пускать. Вот. Как-то так вот получается. На самом деле, конечно,
достаточно большинство к нам ходит разработчиков. Ведем ли мы какую-то политику по рассказу о том, кто правильный разработчик или нет? Вы знаете, в этом плане я как-то не знаю даже. Но у нас, например, в группе свободно постятся вакансии, и разработчики там свободно их могут обсуждать. И вот. Сюда пришли, и здесь мы тоже, в общем-то, за этим присутствуем, да. Если нам задают вопросы, мы на них с удовольствием отвечаем. Такой прям целенаправленной политики, наверное, не ведем. Так что, да, сложно, сложно сказать. Спасибо. Сегодня будет еще много других интересных докладов.